Погибель. Ты меня на погибель. Это усилки эти ебучие надо на ДКшника сделать. Ну, можем тебе сделать. Не проблема. А заодно вы... какую-нибудь парашу продадим. Собрать, да. Ну, под тебя соберем. Кирс нужен только. Мне этот ДКшник там. Потому что без Кирса ничего не получится. Кирсом обсудим когда-то, оставим РТ, поведем тебя, найдем байеров. Все вообще делается легко. Так. Да, главное, когда. То я там понаставил РТ. Это зависит от Кирса. Я каждое КД тремя персонажами закрываю, Горожангер. Я там, блядь, тактика настолько выучил, блядь, каждую механику. Зависит все от рейда. Ну, можем с Молдозаром, чтобы Молдозар рейдил, но я собрала нормальный рейд, а не то, что он собирает обычно. У нас он три раза закрывает. Надо просто посмотреть, когда он закрывает, чтобы это время... Так я всем гильдей уже закрыл. Всем Редвару, блядь. Кому еще там? Драгонсону. Япончику он тоже. Ну, получается, надо выбрать день какой-то. Ну, вот, например, суббота, да? Сколько он там по времени? Часа два? Зависит от рейда. Если там... ну, из гильды человек 5 есть, то можно быстро пронести 3 часа. Ну вон, я хуй знаю. Суббота. Там этот трэш самый такой, блядь. Уебищный. Субботу, если параллельно с Зуламаном япончиковским пойти. Если хотя хуй знает. Может и с япончиковским. Я опять же все на продажу буду делать. Привет. Привет. Привет, Карин. Здоровенько. Что? Убили Джейна вчера. Слушай, почти лопнули, но сделали. Че там, меч упал? А будет? Нет. Ну и хорошо. Япончик тут? Да. И ниже канала мне спрошу, чтоб тебя там не судить. Только рыбу поставь и иди. Сейчас. Только про анонс не забудьте. Поставил. Ставлю рыбу. А кому закрываем Дулджина? А, помимо японца, кому-то еще. Найдем байеров. Если не найдем байеров, блин, адмиральскому шаману закроем. Мосса, да, ну ждать, блин, это для слабых. На сундуке похуй же, да? Там же хуйня падает. Я не могу сделать себя погромче, ребятушки. Я могу поорать. И если я сделаю выше чувствительность, у меня будет шум. На сундуке мы будем стараться, но, скорее всего, больше трех не возьмем. Я постараюсь сделать так, чтобы на 4, но, скорее всего, нет. Не, если на 4, это надо ждать ребута. Все, я все пробафил. Как будто таймер уберется. Что вообще случается с таймером? А вот неизвестно. Ну вообще таймер восстанавливается. 4 не успеем. 4 сундука делать минут за 40, не меньше. Япончик, потом поговорим после твоего рейда. Что происходит после ребута? После ребута таймер восстанавливается, но первые 2 минуты он примерно не показывается. Там надо, чтобы минута прошла, тогда вам время покажется. Время остается то же самое, но вы из-за ребута просто минуты 3 профукиваете. Вот и все. Просто не видим, да? А, ну нормально, да. Надо вообще. Тогда. Ну почему профукиваем? Будем бежать в любом случае. Да давай, пофиг, пойдем, пофиг, 4 сундука. 3 сделаем и нормально. Так, а что там ребут скоро? Кого медведа даешь? Дай я только патер раскину. Передаешь вниз, коват собирает поверху. Дай патер раскину. А чё вы не подождите ребута? Типа там лут сундуков продать, не? Так
Ну, сундуки нельзя сейчас продавать. Что да сундуки? Японец, который... Ну, во-первых, их нельзя продавать. Это гроб, смерть, пидор, бан. Ни одной темы я так и не нашла на эту. Типа, я искала по поводу темы. Я скидывал, но мне впадло искать. Но я искала. Скидывал. Ничего не было. Но он мне скидывал. Я, может, либо ты не нашла, либо он мне скидывал, блин, я не знаю, удалили их. Они специально, сука, удалили, чтобы, блядь, людей забанить. Ну, можно в Дискорде спросить у Сируса. Да, сделали Дискорд? Думаю, там наверняка ответит. И оперативно, быстро. Выдадут бан? Ну, блядь, нет, ну просто поинтересоваться. Как? Они-то, конечно, скажут, что так нельзя. Лучше поинтересоваться у них, следят ли они за этим? О, воронка упала. Ну просто говорят, типа, бан дают за то, что идет абуз, люди не вешают КД, то есть они могут за одно КД, блядь, зайти в 25 ЦЛК. На 25 личей, грубо говоря. Бан за то, что человек не убивал, но как бы убивал. Это ж не боешка. Ну, видишь, они не могут решить проблему, там, привязать лут к КД, чтобы ты, когда лутаешь какую-то шмотку, у тебя появлялось КД это, или что-то в этом роде. Либо ты не видишь шмот без КД, как это сделали на циркуле. Хуй его знает. Что, мы ждем или бьем? А еще проще. Как-то бесперспективно. Проще не продать ничего. У нас все равно большинство байеров у меня, например, есть на дринке и на ласта. Вся эта хуйта делается еще проще. Делается КД, вот не минута, чтобы вылететь с инста без пати. А это самое, сколько там, 3 секунды. То есть КД принимается за 3 секунды, нахуй. Тебя присумодили, и вопрос этот, принять КД, там, 3 секунды, все, нахуй. Не, это, не принял, оно принимается. Принял, принимается. Ливнул, с 3 секунды тебя кикает. Ну, это самый простой вариант. Дайте пресс-абаф. А, уже есть. Это вы где? Меня вот лично бесит эта хуйня, что обузить вот это говно, блядь. Кого-то там сумонить, да. Блядь. Одевайтесь, сука, сами. Ну, вагонец-то можно, вот, пошел на охоту, допустим, 200-м. Я пошел, мне вообще похуй. Одел персов всех своих так, блядь, через охоту. 200-м тупо лутал шмот, 245-й сразу. ЗЛП есть, ХМ закрыли? Дубль 2. Да, ЦЛК 10 хм закрыли. Кова сверху собирает, но не выдаешь, но не стопнуть проще. Киньте, помойся кова. Поставь японец третью ауту. Да, мост, ты котом, все хорошо. Да, ты котом, у нас РШ МДЦ. Ты котом. Моса. Если моса здесь присутствует. Моса присутствует. У нас два паладина, ребятушки. Кават каски, японец остальной парашу. Японец, дай, пожалуйста, кулак помойся. Ну, мелихаста не будет, не обессудьте, только на ловкость дам силу. Не надо, не надо мелихаста. Несмотря на то, что у нас много мили дамагеров, не надо мелихаста. Вот я тебе ассиста дам, поставишь черепушки на мобов, которых надо бить в приоритете, на трассе? Я думаю, знаю. В смысле? Похуй, всех хуярь тебя и все. Там какие-то кастуют что-то, блядь, видишь, кастуют, хуярь в первую очередь. Разжаловать, пошел ты. Я просто не могу этого делать. Да и похуй. Что тут, нубы, что ли, собрались? Ну, если ты не знаешь, кого бить. Да тут все знают, все, вот, кого перечисляем, вот, ну, все хорошо. Были тут еще. Вайпнемся, ты будешь виноват. Ну, вот так вот, да? Так, коват сверху, медведаешь вниз. Тут чужаки. Японец не из-за слов.
Ой-ой-ой, понял. Ты шо? Что неистовство? Выруби! Да, говоришь, трэш, охуенно. Ой-ой-ой, я извиняюсь. А мы в огонь, мы там чё? Ну я еще недавно играю за паладина, я как бы сорян. Ребят, смотрите, там на него унижайте, если что. Я что в паладинах разбираю. Чё, кого ебашь? Так, Локи СС. Чё, пробегаем, чё? Там кошмот. Кто-нибудь еще наденьте, если есть. Чисто шмотки надеть, чисто шмотки. Воет, надень там кошмотки, чё ты. Просто надень, тебе даже надевать противно. Дай пристаба. Все хорошо. На. Еще раз еще. Мося. Нахуя. Вот самый ненужный человек, чтобы пробежать. Выбить кровопускание, потом не забыть вытащить. Так, Локи с ССом. Танки вперед, Локи сзади. На медведя побежали. Раз, два, три. Быстро. Вперед, оп, красиво. Начнем резню. Просто как военные истребители. Всю хуйню согрели. Мои вы хорошие. Не бежкайте. Кого вы боитесь больше? Их. Стражники. Отправляйтесь туда и принесите. СС есть? Да, СС есть. Я же скомандовала. Так и давай. Не надо давать без моего приказа ничего. Хорошо, в следующий раз. Ты кому это сейчас сказал? Тому, кто мне дал диван сейчас. Так что, суммонят, да? Да, присуммонят. Кто мне дал диван? У нас два паладина в рейде. Я у тебя спросил, давать или не давать. Ты сказал не давать. Кто еще может быть? Мне показывается, что это Кават. Божественный мешатель. Вижу Кават. Кават нахуя? Чтоб было дохуя. Не надо больше так делать, хорошо? А КД сколько? Вообще там? Никогда больше не надо так делать. Ни в рейдах, ни в гильдейских, ни в пуговских. Без приказа не надо давать эту парашу. Потому что это вторая гарантия перебежки. Мы сейчас будем ждать Локи и СС. Или будем надеяться на то, что японец тощий, маленький, 250-й, пробежит, блядь. Да рыбу пробежи, поставь, есть. Японец. Я уж бабу. Это ты так хочешь надеяться. Ставьте рыбу. Японец, поставь рыбу, пожалуйста. Поставь. Я бафую, блин. Хуёво. Ставится рыба, потом баф. Так. Блять, началось 275-й вагон, пиздец. Творческая самодеятельность. Какие сундуки? Это потому, что он откадешься к тому моменту. Не думала. Диван или СС? Диван. Ко второй перебежке откадешься? Да. Хорошо. Трэш, так, поговорим. Ты лучше с Герой, да, бьем босс? Да, можно с Герой. Да, да, не принципиально при таком Гере. Принципиально, блядь, слушаться начальника рейда. Хотелось бы. Да, мишка на мишке, кабаб на не мишка. Yeah.
мне, пожалуйста, свой серебро, потому что я вижу таймер. Пульт сразу. Встаньте к забору спиной, кастера. Мы вроде следующего должны успеть. А я вот думаю, имело ли смысл? Вот тоже. Ну, то есть, если мы его придержим, то мы успеваем на четвертый. Если никто не заслакает, он будет своевольно давать диваны, то две перебежки и спокойно убивает на четвертый. Забей, но он уже откатится сейчас через 3 минуты. Это сейчас у нас так. В следующий раз, когда будет команда удастся, там надо будет две перебежки подряд. Мы проебем. Нормально. В следующий раз он тоже откатывает. Там не две минуты, ты понимаешь? Там две подряд перебежки. Две подряд. Мне нужны гарантии того, что ты не дашь вам там в обход собственных мыслей, вот там в обход меня, что ты не дашь свою парашу, которую надо дать тогда, когда ее надо дать. Нормально. Когда надо, дам. Ну а когда не надо, не давай. Буду ждать вас в другом. Япончик, что тебе что-то из этого надо? Ну, может, голову на хули пала. Да. Покинь мне плечи. Так, ладно, передам потом. Так, и чё там? Плечи на танка. Нехорошие. Надо тебе? Мне на танка? Ну...
Ну, если захочешь отдать, возьму. Просто либо тебе отдать, либо искать того, кто купит. Искать того, кто купит, желательно прямо сейчас. Это нереально, забирай. Дохнем. Сколько до ребута? 9. Я думаю, что смысла не имело убивать. Ну, мы же успеем, думаю, второго легко. Успеем. От третьего и четвертого. Между третьим и четвертым, я напоминаю, не обновляется тайм. И мы проебем там 2 минуты, а там нельзя проебывать 2 минуты. Нам проще проебать 10 минут здесь. Мы убьем без проблем, но тогда не убьем дальше. Че, блядь, стоим или че? Я думаю, да. Ну, то есть перебегаем, там рисаемся, и там идем курить, дрочить и все, что хотим. Ага. Изи. Давайте перебежка. Локи со снег откатился, уже повесил. Моя рыбочка, вот шиночка. Так, тонкошмотки. Скиньте ход из себя. На лошадей сели. Танки вперед. Вперед, вперед, вперед. Чего стесняетесь? Добавим пол надо? Папе врезаюсь каждый божий раз. Зачем? Как условно? С ССМ пробежал человек? Да, конечно. Я поэтому и не сомневаюсь ни в чем. Когда беру Локи, Локи умеет. Давай там с угла... Локи, нет, поближе, стой. Поближе, дай. Мини. Он туда, к углу забора подойди, где коват. Да, я покинул, сука. Ну, через просто там, не через кого-то. Тогда тянешь сюда. Мосса, блин. Я резну мосса. Кто нам больше? Кловат, ты у нас танк номер один. А тот Сауда. А, медведоёж, ты хочешь? Зачем? Хорошо, зачем? Медведоёж на боссе, а Кават ДПС покажет. Сейчас. Зачем? У него что, Т5 что ли? Что, агро нормальное? Нормально, сейчас посмотрим. Да ну, не стоит. Не, медведоёж хорошо держит, на самом деле. Только у нас проблема в том, что на пола нет на всякий случай. Зачем? Я поэтому думала Кават. Зачем? Кават, конечно, пускай. У него агро, блин, с 1200 сразу. Так, кто там просил отдать плечо кольчужке? Мне, на шамана. Прости. Мяу-мяу, блин, как у вас там глаза? Че, мы его успеем захуять? Ну, ну хорошо. Нет, мы не будем его хуять. Так, значит, сейчас с АФКшем ребутся. Да, чтоб да, таймер обновился. Чай, дрочим. Японец дает мне рыбку и идет общаться с Полиной, надеюсь. Дрочим. Давай, чтобы ты бабку оставила рыбку, отдашь мне её. Ну, там разговоры про БГ идут. Печать. Ну, пусть общаются. Все то же самое. Кават касочки, японец стальную парашу. Ну, все равно считают это ФКшем, отдыхаем. Так что, медведоёж танчит? Не, Кават, давай ты потанчишь, у нас на пола нет, а медведоёж всё-таки чуть-чуть маловат, чтобы держать себя. У него Т5 нету, там без Т5 он не поддержит никак. Без наклада. Таких ДБ. Если бы хоть один на пулер был, мне ты даешь бы удержал, он умеет танчить хорошо. Не, это я не Но сомневаюсь. У нас ни одного. Там агронабор очень большой. Даже ну, сальву дашь, а у нее КД 2 минуты. Так что лучше не рисковать. Ну да, без риска. Мне кажется, мы сможем на 4 сундука пробежать, если сделаем все красиво.
Я хочу 4. Я объясню, как делать перебежку к медведю, потому что в прошлый раз мы ее сделали кривовато и сагрили вообще всю парашу, которую только могли сагрить. Сверху, снизу, сбоку, нахуй. Там бежать надо чуть правее, чтобы не агрить мобов, которые стоят на возвышенности, которые спрыгивают вниз. Слыхал, Кават? Это в первую очередь к тебе, потому что ты первый бежишь. От тебя мы зависим, как бежим.